Слепота является серьезной проблемой общественного здравоохранения, трагедией для многих миллионов людей. Патология хрусталика занимает одно из ведущих мест в Пушкинском районе в структуре слепоты и слабовидения. Мутные воды катаракты и в наши дни уносят зрение миллионов людей. Отрадно, что слепота от катаракты обратима, хотя для этого необходима операция. Ежегодно в отделении офтальмологии Пушкинской районной больницы пролечивается больше 1500 пациентов. Выполняется 600-800 операций в год. В офтальмологическом отделении осуществляются лечебные мероприятия, хирургические манипуляции, соответствующие многопрофильному характеру деятельности. Травматология, патология сетчатки и зрительного нерва, патология глаз у детей, глаукома, катаракты, инфекционные и аллергические заболевания глаз. Значительное внимание уделяется болезням глаз, имеющим наибольшее социальное значение. Используются новейшие технологии и методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаз, внедрение которых в широкую практику позволило существенно повысить уровень и улучшить качество офтальмологической помощи населению. Задействуются новые подходы и новые методы хирургического и медикаментозного лечения повреждений органа зрения и их тяжелых исходов, включая реконструктивные операции. Офтальмологическое отделение оснащено современным оборудованием, операционным микроскопом, электронным периметром, бесконтактным тонометром, комбинированной системой фирмы Infinity для проведения фагоэмульсификации катаракты передней и задней витроэктомии. Отделение поздравляет сотрудников Пушкинской больницы имени профессора Розанова с юбилеем. Желаем вам всем благополучия и процветания.